Всем привет! Я обещал вам показать, как я собираю щиток. Для тех, кто впервые на моем канале, я профессионально занимаюсь ремонтом и отделкой. И отдельная рубрика на моем канале посвящена ремонту в моем доме. Я показываю, как я делаю ремонт не только заказчикам, но и лично у себя сам. На чем я экономлю, на чем не экономлю. Точнее, на чем можно сэкономить, а на чем нельзя экономить. И вот подошло время к установке щитка. Я его одевать не буду, сейчас я его сниму и как бы будет ждать своего времени. Это все завесится, заклеится чем-нибудь, пленкой какой-нибудь. Но это уже в работоспособном состоянии. То есть освещение, розетки уже подключены, запитаны. Еще раз хочу пояснить. Это не щиток на весь дом. Это только второй этаж. Но суть не меняется. На первом этаже будет все то же самое. Там единственное будет отличаться водяной автомат и, возможно, на стиральную машину, на посудомойку, может быть, диф автомат стоять, скорее всего, будет. А так, все подключение, расключение розеток и освещение будет все то же самое. Начнем все с того, видите, да, сколько проводов подходит сюда, какое количество, вот они даже помечены, здесь у меня 11 штук. 11 проводов, но автоматов у меня стоит, не считаем мы в одной автомат, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 автоматов и 11 проводов. А так, конечно, хозяин-барин. Хоть на каждую розетку можно по автомату кинуть, на каждый светильник можно по автомату делать. Можно делать, как хотите. Я же вам показываю, как я делаю себе, как я делаю простой вариант и рабочий вариант. Если вы занимаетесь профессионально, то, конечно, у вас должны быть специальные инструменты для зачистки проводов и так далее. То есть нож с пяткой, там всякие зачистные инструменты. Но если вы это на один раз, вам сделать ремонт, то я думаю, вы обойтись можно без этого. И поэтому в этом видео я как раз вам показываю, как это можно делать просто при помощи обыкновенного малярного ножа. У меня инструмент профессиональный есть, но я еще раз повторю, я специально показывал для тех людей, которые просто хотят сами сделать. Не для мастеров. Мастера и так прекрасно знают, как это делается и чем это делается. То есть мы используем обычный малярный нож, аккуратненько разрезаем провод, снимаем оплетку основную, потом оплетку уже с проводов. Провод ВВГшный, 3 на 2,5, 3 на 1,5. 3 на 2,5 я на розетке использую, 3 на 1,5 я использую на освещение. Тут, конечно, много споров. Можно мягкие провода использовать. Давайте так, я использую то, что когда-то меня научил очень старый профессиональный электрик, который этим занимается всю жизнь и имеет при этом высшее образование. Поэтому у меня есть все основания доверять тому, что он мне в свое время рассказал и до сих пор советует. Я очень часто ему звоню по всяким вопросам. Поэтому основные провода запомните. У меня провод ВВГ 3 на 2,5 розетки. 3 на 1,5 это освещение. Почему именно их я использую? Я сторонник того, чтобы делать все с запасом. Есть электрики, ну я по своей работе как бы много с кем общаюсь. Допустим, можно использовать на розетке и 3 на 1,5. Мощность оборудования в квартирах такова, что они не требуют как бы мощного провода, мощного кабеля. Потому что проводка это такая вещь, это очень пожароопасные вещи. Все, что касается пожара или затопления, здесь нужно быть очень внимательным и осторожным и предусмотрительным. Обязательно вот я пронумеровал их, я не знаю, на камеру наверное не видно, но они пронумерованы, то есть у меня под номерами и список проводов вот здесь отдельно на листочке у меня написан, куда какой провод идет. Соответственно, когда я зачистил все провода, на малярный скотч поприклеил, тоже типа бирочки сделал такие, и то же самое мне теперь понятно, куда какой провод выходит. Следующим этапом укладка косы идет. Вот эти все провода, чтобы они не растрепались у вас в процессе монтажа. Я использую просто вот нейлоновые или пластиковые хомуты. Все это на хомутах скрутил, проводочки все в жмуток, в хомутик, называется коса, и постепенно их укладываешь. Но перед тем, как уложить провода, проверьте расстояние, чтобы у вас здесь было свободно, чтобы не мешали провода автоматам. У меня они не мешают, я предварительно все это померил и начал укладывать провода. Все очень просто. Внизу у нас две колодки идет. Одна колодка у нас заземление, одна колодка ноль. Слева у меня идет заземление, сюда подошло, справа у меня подходит нулевой провод. Все это сами делайте, тут вообще никаких проблем. Как по мне, сложнее разобраться, допустим, в распаечной коробке, где у вас куча проводов на выключатель, на светильники идет, если там несколько, например, групп у вас. Там даже сложнее, чем здесь. Здесь все по цветам. Белый цвет у вас всегда фаза, синий цвет ноль, желтый цвет это уже заземление. Заземление у меня сделано качественно, я сделал, у меня была яма, выгребную яму делал. Как раз яма была,
взял просто три прута металлических, двадцатки. Это не арматура, просто металлический прут двадцатки. Вот на расстоянии где-то 1.5 метра друг от друга вбил три прута. Примерно конструкция треугольника получилась, да. Все это обварил металлической лентой, именно, по-моему, пятерка металл. Сделал такой треугольник. Подвел эту ленту уже к дому прямо, уже только там прикрутил туда провод и завел его в дом. Проверить, хорошее или плохое заземление, можно очень легко. Я взял обычную лампочку Ильича на 220 вольт, подключил к ней фазу, вместо нуля подключил заземление. Лампочка горит ярко, как от обычной сети 220 вольт. Значит, заземление у вас, в принципе, качественное, хорошее получилось. Это если самый такой простой ручной способ проверки. Следующий этап, вот мы подводим провода к колодкам. Как их здесь аккуратненько завести, я пользуюсь просто обычным карандашиком. Подвел провод, отметил карандашиком, где его мне его нужно согнуть. Пассатижами согнул, завел. Вот эти концы, которые здесь остаются, медные, это все можно потом откусить, чтобы ровненько, более-менее ровно было. Я не скажу, что это супер тут идеально ровно, но оно нормально, симпатично получилось. Тем более, это вообще никогда никто не увидит. Здесь санит крышка эта декоративная, и все, забыли, проехали. Может, когда я умру, когда-нибудь кто-нибудь сюда залезет и посмотрит, скажет, хорошо или плохо. После того, как завели ноль заземления, дальше начинаем к автоматам подводить уже фазу. Каждому автомату смотрим, не путаем. Заголяем провод где-то сантиметр примерно и заводим его в автомат. Тоже проблем никаких. Точно такой же способ. Подвели, карандашиком отметили, где надо согнуть, согнули, вставили. Я думаю, проблем тоже никаких у вас это не составит. Следующее. В верхней части автоматов у нас подходит фаза. Чтобы вот здесь ее не перекидывать, вот так соединять каждый автомат проводочками, продается специальная рейка-гребенка. Она может быть длиннее, допустим, чем у вас набор весь автоматов. Ее просто обрезали там ножом, ножовочкой, болгаркой отпилили, все. Вставили ее сверху и зажали хорошо все контакты. То есть гребенкой просто проще, но можно и без нее, если не хотите как бы покупать, лишнее тратиться. Проводочки нарезаете, сгибаете их и вставляете их. Вот так последовательно от автомата к автомату запитываете, то все автоматы вот эти сверху. По автоматам. На розетке у меня 16 ампер, на освещение у меня 10 ампер. Все достаточно просто и легко, ничего лишнего. Я много с какими электриками общался, по работе, естественно. Кто-то ставит вообще на провод ВВГшный 3 на 2,5, автомат на 25 ампер. Это как раз подходящий автомат под этот кабель. Но есть один момент. Я когда-то давно, по своей неопытности, там лет 15 или 17 назад, делал ремонт. Мне привезли тепловую пушку на 5 кВт. Я по незнанке ее воткнул в розетку, которая была там от застройщика, делали. Ну и работаю, думаю, что-то запах гари. Ждал до последнего, естественно, пошел проверять. Розетка вся расплавилась. Это произошло почему? Потому что тоже автомат стоял на 25 ампер и провод на 3 на 2,5. В чем была проблема? Тупо не выдержала мощности розетка. Потому что розетка рассчитана примерно на 3 кВт. То есть смотрите, какая ситуация получается. Кабель выдержал, автомат выдержал, а розетка нет. Ну так и смысл ставить на 25 ампер автомат? Я не говорю, что все так будут пользоваться с пушками. Ну допустим, какой-то чувак... У него выключили отопление в доме. Ну, возможен быть. Такой же вариант. У меня был такой случай. Значит, еще у кого-то может такое произойти. По своему неопытности, незнанию. Он включает пушку на 5 кВт и ложится спать. В итоге он или не проснулся, сгорел дом. Короче, смотрите, плавится розетка, уже пошли гореть обои. А автомат еще не выключился. Он не срабатывает. Автомат только сработает, когда уже все расплавится, замкнут контакты. Вот тогда он выключился. Почему я ставлю 16 ампер? Потому что как раз рассчитано на розетку. Розетка у вас не загорится. Как только она начнет нагреваться, автомат на 16 ампер отключит ее. Почему провод такой мощный? Это второй вопрос. Я вам уже сказал, потому что я делаю просто с запасом. Но, как говорится, запас уже не е. Это мое личное мнение. Вы можете поступать как хотите, я никого не принуждаю. Я рассказываю так, как я делаю себе и так, как мне посоветовали опытные люди. С этим всем разобрались. Вот, это у меня стоит не в одной автомат, это у меня двухполюсной автомат. Что это такое? Он отключает не только фазу, он включает фазу и ноль. То есть отключилось все, полностью питание отключилось, и фаза и ноль не работают, не заходят вообще сюда на второй этаж. И стоит автомат двухполюсной у меня на 20 ампер. Здесь, потому что не будет никакого мощного оборудования на втором этаже, ну что здесь будет? Телевизор,
компьютеры какие-то, заряжать телефон, зарядки, освещение. Все, 20 ампер вот так. Подходит сюда у меня провод сечением 3 на 4. Да, мощный, но я вам уже про запас говорил. Это раз, а второй у меня он просто был кусок 4 или 5 метров. Я его сюда закинул. Можно было 3 на 2,5. Тоже вот так бы хватило. В заключение хочу сказать, кто смотрит меня первый раз, не забудьте подписаться. Я буду здесь много всяких работ делать. Так что, пацаны, ребята, делайте хорошо, а плохо оно и так получится. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.